13 февраля 1903 года в Зимнем дворце состоялся знаменитый костюмированный бал, на котором весь цвет русской аристократии явился в национальных костюмах 17-го столетия, специально сшитых к этому событию. Так, например, Николай II был одет в костюм царя Алексея Михайловича, а императрица Александра Федоровна в костюм царицы Марии Ильиничны. Придворные дамы были одеты в сарафаны и кокошники, а кавалеры в костюмах стрельцов или сокольничек. Очень красиво выглядела зала, наполненная древними русскими людьми, записал Николай II в своем дневнике. После окончания, по желанию императрицы, участники были запечатлены лучшими фотографами Петербурга. Сегодня эти фотографии стали ценным историческим источником. Костюмированный бал с роскошными нарядами стал поистине историческим. Больше в Российской империи с таким размахом балов не давали. Великий князь Александр Михайлович, двоюродный дядя императора Николая II, вспоминал: «Это был последний большой придворный бал в истории империи».